17 сентября 2023 года. Водитель 81 года рождения, управляя автомобилем СИАЗ на прямом участке дороги, неправильно выбрал скоростной режим, в результате чего совершил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения. В результате чего водитель получил телесные повреждения, доставлен в СМП города Калининграда. Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны на дороге.